Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска презентовали православную карту Симбирской губернии. Проект – победитель международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива». Он создан силами централизованной библиотечной системы города при поддержке Симбирской митрополии. Проект включает православный туристический маршрут по святым местам Ульяновской области, в том числе печатные и интерактивные мультимедийные варианты. С картой можно ознакомиться на сайте Центра краеведческой информации детской библиотеки номер 25. Церковь – это всегда люди. И люди, которые являются частью церкви, это очень разные. Кто-то из них, к сожалению, не может постоянно посещать храмы. Кто-то из них в силу определенных исторически сложившихся обстоятельств не знает того, что такое церковный этикет или для чего существует икон, или какие у нас есть праздники. Вот этот сайт решает такую глобальную задачу просветительского и исторического характера. Святынь в Ульяновской области достаточно много. Однако первый православный туристический маршрут проходит только по 7 местам. Они выбраны не случайно. Мы очень тщательно подбирались, мы смотрели возраст храма, да, я уже говорила, что Арская – самый старинный храм, Жадовский монастырь, да, он был в 17 веке, потом Базарно-Сызганская церковь тоже очень старинная. Затем мы смотрели, вот, допустим, если Старомайнский район мы определили, то там действительно такие уникальные иконы есть, да, 3 иконы. Ну и, конечно, наш храм, безусловно, поскольку это жемчужина нашего региона. Центральным событием презентации стала торжественная церемония передачи епархиям Симбирской митрополии сертификата на право размещения ресурса на православных сайтах. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.